Уральцы смогли насладиться живым исполнением популярных песен известных рок-групп. 27 августа во Дворце культуры «Атамекен» прошла концертная программа россиянки Ирины Левиной «Классик-рок». На концерте под руководством дирижера Дениса Марьева и в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра вживую прозвучали популярные произведения известных рок-групп. Замечательная концертная программа классического рока, прошедшая в Дворце культуры «Атамекен», с первых минут впечатлила публику. Концертный оркестр духовых инструментов «Волга-бэнд» приезжает в Уральск не в первый раз. Музыка оркестра разнообразна, интересна и современна. Выступление коллектива – это всегда яркое шоу, наполненное не только профессионализмом исполнения, но и интересными визуальными эффектами. В Дворце «Атамекен» мы проводим концерт классика рок-музыки с участием наших гостей из города Саратова. Это дирижер оркестра «Волга-бэнд» Денис Марьев, гитарист Вахтанг Торелли и вокалистка Ирина Левина. С оркестром «Волга-бэнд» мы сотрудничаем уже несколько лет, обмениваемся опытом, программами. Они приезжали несколько лет назад в Уральск и давали программу по французскому шансону. В этот раз они привезли интересную программу. В концертной программе, которая прошла полностью в живом формате в исполнении Ирины Левиной в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением Дениса Марьева, прозвучали известные произведения из репертуара таких рок-групп, как «Битлз», «Куин», «Металлика», «Скорпионс» и других легендарных исполнителей. Мы всегда приезжаем в Уральск с удовольствием. Это еще повелось с далекого 2003 года, когда мы сюда впервые приехали своим оркестром. Были какие-то дни культуры Казахстана в России и России в Казахстане. И вот тогда впервые мы познакомились с публикой, с казахстанской. Играли концерты, потрясающе принимала публика. И мы под огромным впечатлением вернулись назад. И многие наши музыканты до сих пор вспоминают эти дни с большим удовольствием. Восторженные зрители искупали артистов в аплодисментах, переходящих в продолжительные овации. Альбина Калинова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК 42.